Друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео я посвящаю откосам, откосам дверным. А именно тем мастерам, которые делают эти откосы и делают их порой неумело. А на данном объекте заказчики пригласили специалиста, который занимается как раз вот этими дверными откосами, для того, чтобы он обрамил нашу входную группу. Работа примерно заняла у него около 2-3 часов, но при этом по окончании он просто удалился с этого объекта, так как заказчики изначально сразу с ним рассчитались. Все было основано только на доверии. Рассчитавшись с ним, они уехали. Ну и мастер, когда закончил свою работу, тоже собрал вещи и уехал. Мы, когда уже обнаружили то, что мастера здесь нет, увидели, какой бардак он здесь оставил. И уже после того, как я осмотрел его работу, я понял то, что это было сделано плохо. В общем, к нам приходили специалисты, делали откосы на двери, на входную группу. Вот такой вот откос поставили. Ну, в принципе, замечаний по откосу нет. Незначительные дефекты, конечно, присутствуют. Но самый большой косяк — это вот это вот говно, которое он оставил после себя. Пришел, главное, насрал, собрал свой инструмент и свалил. То есть вот это говно мы должны выбирать теперь за ним. Вот такое вот отношение людей к людям. То есть уберите, вы же тут работаете, а вот нам еще тут считай время тратить на то, чтобы просто за ними подобрать их же говно. Вот такие вот специалисты, в общем, блин, просто нет слов. Говна, рука, жопы, вот, засранцы. Вот, берите пример с этих вот говножуев, у меня все. Работа была выполнена плохо, свои комментарии я оставил, написал заказчику, отправил видео о том, как это было плохо сделано, какие недочеты я здесь обнаружил. И на что заказчик пригласил этого мастера обратно, для того, чтобы этот мастер либо устранил свою работу, то есть исправил ее, либо уже вернул деньги и забрал свой материал. Я вот так вот предполагаю то, что как может мастер, ну это мои размышления вслух, как может мастер, который с первого раза с хорошим материалом не смог сделать работу качественно, что будет, если он придет второй раз делать уже с испорченным материалом работу, ну явно лучше уже не станет. Поэтому всегда приглашайте мастеров проверенных, в тех, которых вы будете уверены, и всегда сначала смотрите за теми работами, которые они делали раньше, и уже после этого делайте выбор. В общем, вот смотрите, вот это откосы, которые должны были стоять вот здесь. Мастер разобрал, точнее не разобрал, мы ему помогли разобрать эти откосы, сложили вот здесь, он сказал, что приедет через день, их заберет. Прошло уже 2 дня, его до сих пор нет, материал стоит. Я не знаю, за хранение мы будем брать с него деньги или нет, или все-таки просто отправим это все в утиль. Вот, поэтому сейчас вот этот вот откос, вот этот вот дверной проем нам нужно будет обрамить самостоятельно, без уже помощи сторонних специалистов, которые якобы должны были облегчить нам работу, в итоге создали дополнительные трудности. Трудности это в том, то, что они, во-первых, замарали наши белые стены, которые были вот здесь вот. Придется маляру перекрашивать эти стены вновь. Ну и местами есть такие тоже небольшие дефекты, которые неумелыми руками, в общем, нанесли небольшой вред нашей стене. Вот, итак, делаем вывод по отношению этого видео. Всегда выбирайте мастеров проверенных, всегда смотрите за теми работами, которые они сделали ранее. Ну и, соответственно, посмотрите инструмент, которым работает мастер, и чтобы вот такого бардака, как у нас, не было. То есть, чтобы он убрал после себя всю работу, сказал «до свидания», отчитался о проделанной работе, мы ее приняли, либо вы ее приняли, и все, получили расчет, и пока. Вот, вот такие, в общем, нюансы бывают, когда тупо доверяешь людям. Всем хорошего дня, всем пока.